Всем привет! Сегодня мы протестируем один очень хороший магазин на сайте AliExpress, который я, в принципе, уже тестировал. Года три назад я заказал в этом магазине свою первую бейсболку. И что мне понравилось, так это упаковка. Я после этого заказывал и в других магазинах разные бейсболки, но все пакуют эти бейсболки в простой пакет. И бейсболка приходит помятая. И если у вас, например, такое, что бейсболка может помяться, тогда без проблем. Но есть такие бейсболки, которые должны быть ровные. Вот это такая бейсболка. Заказал ее 3 года назад, ношу по сей день. И этот магазин специализируется исключительно на бейсболках и шапках, как для женщин, так и для мужчин. Обратите внимание, ссылку оставлю в описании к видео. Сейчас покажу, за что я уважаю этот магазин, за эту упаковку. Вы видите перед собой вот такую как бы подушку. Это воздушная упаковка. Сейчас открою и покажу вам изнутри. Постараюсь аккуратно, чтобы ничего не повредить и не пробить эту воздушную упаковку. И вы увидите, почему стоит покупать именно в этом магазине только через эту даже упаковку. Когда вы заказываете шапку, тогда нет проблем никаких, потому что шапка, чего ей не станется. Но когда вы заказываете бейсболку, которая не должна быть помята, она должна быть ровная, тогда вот есть смысл обратиться к этому магазину. И как было 3 года назад, я немножко переживал, думал, возможно, там что-то изменилось, уже не так упаковывают. Но я нашел этот магазин, у меня была вот точно такая же бейсболка, она и есть сейчас у меня, но я решил уже эту бейсболку на рыбалку там брать с собой и на природу, а заказать себе новую. И в 2 цветах я заказал, такая же, как у меня была, и вот этот цвет, у меня не было такого цвета, но мне он как-то песочный такой цвет, мне он очень понравился. Ну и сами видите. Кстати, продавец отправил товар тот же день. Это какая-то почта Эстонии, не знаю, при чем тут Эстония, но посылка пришла в Украину за 10 дней. Это очень быстро. Ну и сами видите, как упаковано. Ничего не повредится здесь. Я заказал, кстати, здесь еще одну шапку на подарок, вернее, бейсболку, такую же, как у меня была. И еще себе заказал вот такого цвета. Сейчас все покажу. Аж вот не хочется открывать, хочется оставить, хочется как-то... Не знаю, нужно будет сфотографировать еще вот такой вариант, а вот такую упаковку. Сейчас уберу немножко, вот. Потом сделаю фото на превью, чтобы люди видели, какая может быть качественная упаковка товаров, именно вот таких, которые не должны помяться. Я считаю, это китайцы молодцы. Вот я обратился к этому магазину только из-за того, что здесь вот такая качественная упаковка. Если бы не было такой качественной упаковки, я, возможно, бы искал другой магазин. Потому что я уже давно этот магазин как бы использовал, покупал в этом магазине и уже не помнил, где я покупал. Но я искал из-за этой упаковки. Так, открываем и смотрим на эти бейсболки. Так, открыли, воздух выпустили. Так, открыть ему и открыть. А вот оно. И смотрим на бейсболки. Качество, как тогда, 3 года назад, было отличное. Я думаю, сейчас ничего не изменилось. Вот я уже вижу, что качество просто отличное. Здесь мало того, что была упаковка хорошая, так еще есть вот такой как бы вставка, чтобы ничего не помя... вот здесь не было помято. Да, вы потом можете мять.